усі ми пам'ятаємо фільм «Вусатий нянь». І там зрозуміла, що людині дуже сподобалася її професія, і вона дуже класно з нею впоралася, навіть того не очікуючи. Але чи варто так приймати рішення швидко, і взагалі, чи варто необдумано наймати няню, ми зараз розберемося у нас у студії. Юлія Кравченко, менеджер з підбору домашнього персоналу. Ми вас вітаємо. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Так, одразу хочеться розібратися у цьому питанні. Як знайти няню взагалі? Як обрати? За якими критеріями? І чи є у нас найкращі няні в Україні? Да, няні, безусловно, есть. Будем разбираться в этом вопросе. В вопросе поиска есть два варианта. Первый – это сайты по трудоустройству. Там можно разместить свое объявление, вакансию, красиво все подробно описать, то есть что мы хотим от няни, что входит в ее обязанности. И посмотреть, поискать кандидатов самостоятельно. Но этот процесс долгий, он требует много времени, много сил, потому что сейчас желающих работать много, откликов приходит много, но да, большинство кандидатов не соответствуют пожеланиям и ожиданиям. Ну, короче, пишут одне, а по факту они приходят совсем да, иначе. Да, то есть в резюме можно написать что угодно, так, рассказать о себе как угодно, а на практике, когда человек уже выходит на работу, получается совсем другое, что няня вообще там понятия не имеет, да, что делать с детьми. Вот слушайте, мы зараз, Катя молодец, цікаве питання, вот няня. Я бачив просто деякі об'яви, що шукаємо няню, яка, значить, готує їсти, там, прибирає, машину на паркінг ставить, там, і ще щось таке. Тобто робить все. Так, хто така няня? Що вона, перш за все, за що вона відповідає? Ну, смотрите, няня – это специалист, который в первую очередь отвечает за ребенка. То есть ей доверяют ребенка. И в ее обязанности стандартно, как правило, входит только уход за ребенком. Это кормление, это гигиена, это игры, это развитие. Да, она может ухаживать за детскими вещами. Там с улицы пришли грязные ботиночки, она помыла. Она может поскладывать детские игрушки, протереть пыль. Но вот она занимается именно ребенком. А если она будет выполнять всю домашнюю работу, там готовить, стирать, убирать, когда я заниматься с ребенком? О каком развитии мы вообще тогда говорим? Плюс, когда няня чем-то занята в другой комнате, о какой безопасности опять-таки идет речь? Няня жарит котлеты, ребенок сует игрушку в розетку. Да. То есть нужно понимать, что няня несет ответственность за жизнь, за здоровье ребенка, поэтому все-таки она должна быть с ребенком. Если есть острая необходимость в том, чтобы няня помогала по дому, тогда это можно оговаривать. Она может это делать, например, когда ребенок спит, то есть ребенок в комнате, отдыхает, все нормально, и няня тихонечко может погладить, развесить стирку, но опять-таки не в ущерб ребенку. Дитина, перш за все. Да, да. Слухайте, як відбирають нянь в агентство? Ну, ми будемо сьогодні говорити саме про те, як правильно знайти, знайти няню. Критерії. Які критерії, там, які навики вона повинна мати? Ну, смотрите, здесь очень важно не просто слушать клиента, но и слышать, что они хотят. Нужно понимать, для какого возраста ребенка мы ищем няню. Если это новорожденные, грудные детки, то здесь следует обратить внимание на медиков. Но не просто медицинских сестер, которые где-то работали в терапевтических отделениях. Это именно должны быть акушеры, патронажные медсестры, которые непосредственно работали с грудными детьми, которые знают все тонкости ухода за грудничками, которые могут это делать сами, но еще и подсказать, научить мамочку, особенно если это первая беременность, первый ребенок, бабушки, дедушки далеко, мама не знает, что делать. Для этого есть няня, которая всегда поможет, подскажет, расскажет. Если это детки постарше, от года, а здесь можно рассмотреть педагога. То есть человек, который будет не только ухаживать, но еще и заниматься развитием ребенка. Она сможет подготовить ребенка к детскому саду, а то и к школе, и даже, может быть гувернанткой для школьника. Вот. Опять-таки, мы рекомендуем не смотреть на возраст, потому что няня уже из практики, в 55, няня может быть активная, веселая, она может бегать, прыгать с ребенком, и ей это будет не тяжело. Есть няни в 25, которые уже уставшие, которые пассивные, и в принципе делать ничего не хотят, поэтому нужно общаться с человеком. Плюс мы рекомендуем не выбирать только по резюме, по бумажке. Всегда нужно живое общение, чтобы уже в момент
момент общения вы понимали, насколько будет комфортно работать с этим человеком, как она реагирует на вопросы, как у нее горят глаза, когда она говорит о детях. То есть здесь нужно общаться, чтобы понять. Плюс не стоит брать там первую попавшуюся няню, вот пообщались, все это мое беру. Все-таки нужно посмотреть, повыбирать, как-то проанализировать, чтобы уже понять, что вот это наш кандидат, это наша няня, с которой мы будем работать не один год. А как обрати? От можна так, наприклад, обрати список нянь, такі, що більш-менш підходять за критеріями, і, наприклад, там один день одну запросити, побути з дитиною, подивитися, як вона взаємодіє, так? Угу. І ось так от просто, ну, якби кастинг зробити нянь, вже взагалі влаштовують такі чи ні? Устраивають. Це можна зробити, но опять-таки вопрос о ребенке, наскільки це буде комфортно ребенку. Когда каждый день будет приходить новая тетя и что-то рассказывать, что-то делать. Ну, вы знаете, есть такие энергичные дети, им, а вы приходили, а бы кто-то их слухал, а бы кому-то что-то рассказать. Ну, тут вопрос в ребенке. Если это не будет стрессом, да, можно приглашать, можно смотреть, тестировать. Если все-таки ребенок более закрытый, то лучше вот как-то взять там одну или две, посмотреть, попробовать и все. Плюс, если человек обращается в агентстве есть уже своя база нянь. Mm-hmm. Достаточно просто позвонить, оставить заявку, рассказать свои пожелания, требования к няне, и менеджер в кратчайшие сроки подберет несколько резюме, которые максимально будут подходить под ваши требования. Далее достаточно просто прийти в офис агентства, пообщаться с этими людьми вживую и уже пригласить к себе домой наиболее подходящего кандидата. Вот мне интересно, что в резюме написано у няни? В резюме, ну, в первую очередь, возраст, потому что все спрашивают, да, это такой стереотип. Указывается образование, опять-таки, да, чтобы понимать, нужен медик или педагог, или психолог, трудовой стаж, чем няня занималась до того, как решила начать свою карьеру в домашнем персонале. Указывается опыт работы в семьях, с каким возрастом ребенка она работала, что входило в обязанности, почему она ушла из предыдущей семьи. Указывается наличие рекомендаций, отмечается готовность выполнять обязанности, что она готова делать. Или это только уход за ребенком, или, вот как мы говорили, и уход, и помощь с домашними делами. В резюме указываются знания няни, то есть что она знает, какие она знает методики раннего развития, сможет ли она оказать первую помощь ребенку, если это нужно. Может, она знает какие-то иностранные языки и может дополнительно еще заниматься как репетитор. Отсутствие вредных привычек, там, наличие водительских прав, биометрического загранпаспорта, ну это в общем то, что есть в резюме. Слушайте, а серед нянь які найпопулярніші методики такого ранньої освіти? Ну, самое популярное, то, что знают практически все няни, то, что требуют все родители, это, конечно же, методика Марии Монтессори. А тільки хотів сказати, це класна методика. Да. Да, это хорошая методика, ее можно применять в быту, да, это те же там крупы, те же макароны, развивается мелкая моторика, сенсорика ребенка, все там замочки, защелки, все это мы пробуем, изучаем. Девиз методики Монтессори, знает кто-то? Так, так. Ну, я девіз точно не знаю, не можу сформулювати його. Давайте ви це. Помоги мені це зробити самому. Так. Тобто ми не вмішуємося, ребенок робить, ми наблюдаємо і направляємо. Тобто це сама популярна методика. Також для діток постарше, коли ми вже учимо читання, є кубики Зайцева. Это кубики, на которых не просто буквы, но слоги сразу. То есть они, ребенок, складывая эти кубики, изучает не по одной буковке, а уже по слогам. Есть методика для грудничков, для совсем маленьких деток. Да, это карточки Глена Домана. То есть мы уже ребенку с 2-3 месяцев начинаем показывать по несколько секунд карточку. Там могут быть изображены цвета, могут быть изображены фигуры, и ребенок запоминает и в дальнейшем уже может там выбрать, где красный там цвет, где круг, где квадрат. Такая методика применяется вот уже там с очень раннего возраста. Тобто ніби у тому віці, коли дитина ще не може точно усвідомлювати, але уже зором, так, зорова пам'ять у неї вже працює. Да, запоминается. То есть показывает по чуть-чуть эти карточки по несколько секунд, потом увеличиваем время, и в дальнейшем ребенок уже может самостоятельно определить, там, где какая фигура, где какой цвет. Есть какие-то курсы няни? Вот мне интересно. Да, есть. Мы сотрудничаем со школой домашнего персонала, которая занимается обучением и домработниц, и нянь. То есть если человек
пришел в эту профессию только, хочет себя попробовать, но не имеет достаточно знаний, мы рекомендуем прохождение курсов. В курсах есть полностью все, начиная от того, что такое профессия няни вообще, что входит в обязанности, и заканчивая там теми же методиками. В курсах рассказано, как найти работу, как составить резюме, как себя презентовать на собеседовании, поведение в семье тоже немаловажно, чтобы няня могла соблюдать субординацию, знала, на какие темы общаться с работодателем, что можно спрашивать, что нельзя, есть ли какие-то конфликтные ситуации в семье, вот что должна делать няня. И также в курсах рассказывается полный уход за детьми, начиная от рождения, это режим дня, это питание, это купание, это массажики, это методики развития, и заканчивая школьниками уже младших классов, тоже как помочь деткам адаптироваться к школе, как готовить ребенка к школе, какой режим дня у школьников, оказание первой помощи тоже есть в курсах, если, не дай бог, там порезался, поперхнулся ребенок, открылось носовое кровотечение, что делать в таких случаях. То есть это шикарные онлайн-курсы, можно пройти дома, через компьютер, ноутбук, телефон, планшет, там есть и теоретические материалы, и практические видеоуроки. Мне, знаєте, що цікавить? Чи може сама дитина обрати няню? Може. Такі ситуації були, коли батьки приходили на собеседування вже з ребеночком, і ребенок сам смотрел на тетю. Це кастинг, слухайте. Да, ну, знаєте, самое обидное то, що вот приходять няні, да, ну ти ж йдеш к ребенку. Сидять батьки з ребенком. Няня целенаправленно розказує мамі, як вона любить дітей, як їй все подобається, але на ребенка не обращає внимания. Якщо я правильно розумію, та сама няня, яку ви шукаєте, яка одразу до дитини, а батьки, так, ви почекайте, спочатку ми з ним познайомимось. Ну, в принципі, да, няня же йде к ребенку, але тут важен баланс, знайти підход к ребенку, ну і, звісно ж, взаємодействовать з родителями, щоб всім було удобно, комфортно. Ну, коли ти просто розказуєш родителям, да, вот я класна, я люблю дітей, ну, на ребенка вообще не обращаєш внимания, ну, тут уже такое. Слухайте, а якщо бувають такі спірні моменти, от, наприклад, няня в родині працює, і вона знає, що вчинити ось так для дитини буде краще. І це дійсно правильно, і бачить, що в родині невірно там або виховують дитину, або харчується дитина невірно. Вона має право просто, ну, на благо дитини суперечити батькам. Вообще няня идет работать в семью и, как правило, подстраивается под устав семьи. То есть няня как специалист может советовать, рекомендовать, но ни в коем случае не перечить родителям. То есть если мама считает, что нужно так воспитывать ребенка, все-таки нужно подстроиться так, потому что няня идет в помощь. Она может порекомендовать, посоветовать, но ни в коем случае не перечить родителям. Так. Не перечити батькам, це щоб не вийшло такою фрекенбок, так? Так. А що робити, коли дитина прив'язалася до няні сильніше, ніж до батьків? Так, теж розповсюджена ситуація. Так, да, это распространенная ситуация. Однозначного какого-то ответа я дать не могу. Здесь сложно. То есть тут зачастую родители просто меняют няню. Некоторые семьи могут, в принципе, каждый год менять няню, чтобы ребенок не привязывался. Некоторые няни, которые работали в семьях очень долго, просто поддерживают теплые отношения с семьей, уже будучи там на другой работе, но они общаются с детками, они общаются с семьей. То есть тут уже выбор самих родителей, как быть в такой ситуации. Просто мне интересно, чи не стрессово, не стрессовый цей период для дитини? Вот, наприклад, він рік провів з однією нянею, потім рік з іншою. И якось є якісь наслідки цього? Ну, конечно, это стресс, да, когда каждый раз приходит новый человек, но опять-таки выбирают родители. То есть заставить взять одного и того же человека мы не можем. Тут уже на совести родителей это. Ну, в принципі, так. Я знаю випадки, коли няня виховувала молодшу дитину, потім з'явилася ще, ну, оставалась, так, да. Старшу дитину, з'явилася молодша, і вона так з покоління в покоління, і ніби няня стає вже бабусею, правда, і їздить, да, там на курорт з цією дитиною взагалі. Так. Ну, і батьки не проти, тому що некоторі вообще оставляють няню в дальнейшем, коли дітки виросли, там домработниці, або, ну, вот просто какой-то помощниці, просто щоб не терять чоловіка. Ну, але ж це добре, якщо няня стане просто рідною людиною. Взагалі, да, що в цьому погано? Рідних людей насправді не так багато. Мало не буває. Да, да. Мало не буває, тим паче так.
Ну що, ти зрозумів взагалі, як обирати няню собі на майбутнє? Я просто собі завжди уявляв, що ну, от коли я стану батьком, і мені потрібно буде няня обов'язково з тим графіком, в якому я живу. Обратитесь к нам. Так, і мені ну, досить приємний той підхід, коли я можу прийти з дитиною. Так. І я розумію, що вона повинна спочатку на молодшого звернути увагу, да. Якось зацікавити, щоб він з нею почав спочатку на молодшу дитину, а потім на старшу хлопчика. Приділити трошки уваги. Да, это круто, когда няня вот на начальном этапе начинает уже взаимодействовать с ребенком, уже искать подход. Приходят с детками постарше, приходят с совсем маленькими детками, когда ребенок плачет, там, няня тоже может как-то там успокоить, ну, проявить внимание к ребенку, и это круто. До речі, от цікаве питання. У нас зараз в Україні знову локдаун, все закрито. Чи змінився попит на нянь саме в цей період? Нет, спрос не изменился. В принципе, работу никто не отменял. Даже если родители работают дома дистанционно, удаленно, все равно потребность в няне есть. Мама сидит в другой комнате, занимается работой, своими делами. Няня сидит с ребенком в другой комнате, тоже занимается. Поэтому как бы спрос был, есть и, надеюсь, будет. Ну, будем верить в краще. Так. Я думаю, що потрібно не боятися, якщо ви відчуваєте, що дитина потребує няні, потребує додаткової уваги. Не бійтеся довіряти людям, але для цього потрібно звертатися до професійних агентств, професіоналів, які підберуть найкращу няню для вашої дитини. У нас у гостях була Юлія Кравченко, менеджер з підбору домашнього персоналу. Ми вам дякуємо. І вам дякую. Що були так, сьогодні дякую. У нас, все роз'яснили. Так. От ви тільки не думайте, що наші експерти просто так усе все розповідають, наші гості приходять, аби просто ви на них помилувалися. Ми хочемо, щоб ви навчалися, брали для себе корисну інформацію і взагалі насолоджувалися життям. Ну, бігом підписуємося на наш YouTube-канал, правда, тут, там всі інтерв'ю з експертами. І найголовніша умова – не забудьте увімкнути дзвіночок. Дзинь-дзилінь! Динь-динь-динь!